Максиму, который приготовил для нас сегодня такой большой праздник. И дам слово для приветствия директора Матраса. Бокер то, хад самех, лекилат агимлаим, анеадерет шел Матраса, вакилим. Метаргел? Кем לא מבינים הרבה. אני חושבת שהם מרגידים. אז בוקר טוב לקהילת קפה בריקה. סבייתה. צאר ציפר, אני כל כך שמחה לראות אותך. עונג. אני רוצה לברך את המועדון המדהים הזה בניצוחה המנצח, המקסים והחם של סבטלנה שעושה עבודה פשוט נהדרת. מגיע למחיאות כפיים. אני מבקשת להודות לבית שר שלום על התרומה המדהימה על הפעילות הזאת של חג פורים. חג פורים במהות שלו מדבר על פלא, על דברים שנעשים בצורה לא טבעית, אחר כך סבטלנה תסביר ורוסית את הרגל, דברים שנעשים בצורה לא טבעית. ולחלק מהפלא הזה אחראית אישה, נשים, כוח של נשים. אז נשים פה שנמצאות, אז חג שמח לכן, חג שמח לכל חברי המועדון. אני מאחלת לכם חג פורים שמח, אני כל כך שמחה לראות אתכם מחופשים בתוך האווירה של החג, זה פשוט מחמם את הלב. בית שר שלום, מר כץ, מבית שר שלום, אני מבקשת להודות על התרומה, זה לא ברור מאליו, מגיע גם מחיאות כפיים. Пурим, это праздник чуда. Вида залёка. И чудо, если вы помните, совершилось благодаря женщине. В прошлом году мы отмечали... Конечно, 8 марта тоже, знаете, женщины, там и там еврейские женщины. Эстер, это Пурим. А Клара церкви будем из 8 марта, а слава еврейским женщинам! Ура! Всем доброе-доброе утро или день, я не знаю. Надеюсь, что все вы перекусили, потом дома покушали, хорошо, и в Ашкелон. Такое прекрасное место, вы нас прекрасно принимаете, только зашли, сразу предложили кофе. И даже денег за это не взяли, что удивительно. Я очень удивился, спасибо. А, ну, с праздником вас, с Пуримом. Спасибо тем, кто пришел в костюмах. אני גר באשדוד, יש לי הסכם עם אשדוד, סליחה. הצלחות, ובעיקר ובעיקר המון שמחה, חג פורים שמח, תודה רבה לכם. Вместе заммэра, который отвечает за социальные службы Рами Софа, и был еще заммэра Йорам Шефер, мы пришли вас поздравить от города, депутатов муниципалитета. Вы знаете, что у вас есть депутаты, наши избранники, наша фракция. Я от их имени тоже хочу поздравить, но в первую очередь, конечно, от... В первую очередь, конечно, от управления, от управленческого аппарата нашего города. Еще раз вам повторяю, это Тамерлан, мэр города. Давайте мы ему поаплодируем. Нашим друзьям, всем-всем, как боремся, что я никогда не забуду мамины субботные свечи. Когда мы, дети, сидели за столом, полный стол был. И когда папа делал кидуш, иногда и слеза пошла. И где бы еврей
не оказался, всегда он будет помнить мамины свечи. Они будут светить, как звезды в небо. Не участвует цыганка? Цыганок больше нет. Как? Вон сидит цыганка. Он ворованный? Ворованный ребеночек? А документы есть? Документы есть, давай погадаем. Нет, документы гадать не надо. Как это? Я еще золотить должен. Документы можно? Окей, давайте начнем с представления. И кем вы нарядились? Я цыганка. Не может быть. Цония, найдите Цония. Цония? Да. Цония, потому что цыганка. А Цония, да-да. Найдите Цония. Сандани. Если вы будете ее бить, она, по-моему, не перестанет плакать. Окей, у вас что-то приготовлено? Да, первую песню. Ехал цыган на коне верхом. Тут у меня есть другой поддержки, они мне подпоют. Да. Если не цыган, не цыган, где мама. Ехал цыган на коне верхом. Мини девушка идет с ведром, а где там нет воды, значит уж не миновать беды. Ай не ла, ай не ле, не ле 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 ле. Девушка со мной, они ж девушка моей женой. Мы вместе едем по земле, как садись же мне стоять в седле. Отвечала девушка ему, я любви цыганской не пойму. Хоть влюбился, потерял покой, оставайся лучше ты со мной. Улетает одна корабля, капитан, поднимитесь, только смены покоряются моря. Спасибо, капитан. Ну не вступитесь на смену. Оделись в тему недельной главы. Какая у нас недельная глава сегодня? Знаете? Как раз читаем книгу «Исход». Как раз про фараона, как Моше пришел и шлаф на Этами, то есть отпустимый народ. И вы как раз в тему. Расскажите, как? Ну, чтобы больше не было фараонов в истории Израиля. И Амана. И Амана. Аминь. Браво! Фараон исполнит для нас шалим? Окей. Ну, костюм супер. Поаплодируем фараону. Кто-то выпал из гнезда. Но головой не ударился. Слава Богу. Понятно. Я израильская ворона.
я долго буду жить и могу предсказывать будущее. Ой, вам с цыганкой надо подружиться. Она убежала от меня, я ей предлагала свою помощь. А, они такие девицы не любят? Да. Окей, нам Варвара нагадает что-то? Да. Окей. Я вам всем предсказываю здоровье побольше, улыбок пошире и самого большого счастья. Вам всем. Спасибо. Идет. Здоровье.
сестрам собраться вместе. Так заповедал Господь нам, благословил навеки. Так заповедал Господь нам, благословил навеки. Так Господь нас благословил навеки. Так Господь нас благословил навеки. Теперь мне понадобится ваша помощь. Есть инструменты. Thank you.
все не влезло. Сейчас на ваших глазах я заставлю исчезнуть молоко и стакан. Поверили? Попробую оправдать доверие. Психология – это самое сложное, что мне пришлось изучать. Я много лет учил психологию, несколько лет учил фокусы, но в основном я изучал женскую психологию. Сейчас вы видите вот стаканчик вот это, да? Я его кладу так, чтобы его все видели, и до него никто не мог дотянуться. Я вас попрошу, завяжите три платка в любом порядке, или так, в цепочку, или так. Но прежде чем вы возьмете два платка, на меня посмотрите, там есть платок какого цвета? Туркиз. Это? И? Вот теперь возьмите любые два. Как, только не говорите, что я вам подсунул. Обычно желтые берут. Файн, не хотите же поменять? Завяжите их. Раз. Крепко-крепко. Ну, развязывать будете сами, поэтому как хотите. Да, супер. Теперь вот желтый вы можете привязать или вот к этому, или к этому, или... к этому или к красному. Если бы вот к красному, было бы все нормально. Поменять не хотите? Итак, Фаина замечательно и крепко завязала. Супер. Теперь возьмите в левую руку или так, на самом деле это не имеет значения. И скажите, почему вы завязали в таком порядке? Не знаю. Не знаете, я вам объясню. Потому что я взял... тоже три платка. И тоже их завязал. Возьмите, пожалуйста, платочек и покажите, в каком порядке их завязал я. Вы помните, я вам обещал, что вы развязывать будете сами, Фаина. Помните? Поэтому давайте вот возьмите три платка в руку. Вспомните любое... Держите крепко. Вспомните любое волшебное слово... По щучьему велению? Вам это когда-нибудь в жизни помогало? Нет. Ничего себе. А у меня проще. Абра, швабра, бракадабра. Но тоже работает. Спасибо вам большое. Я хочу спеть вам несколько песен, так для разминки. Хабенду шалом алейхем. Хабенду шалом алейхем. Эвену шалом алейхем, эвену шалом алейхем, эвену шалом алейхем, эвену шалом, шалом, шалом алейхем.
Oh, David, 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 oh,